Бизнес региона активно реализует социальные программы. К примеру, торговые комплексы «Аструм» совместно с движением «Вперед Сибай» проводят благотворительную акцию для жителей города. В эти дни в Сибае находится звезда сериала «Глухарь» Виктория Тарасова. Она встречается с горожанами и посещает предприятия и организации города. Для жителей башкирского Зауралья была организована насыщенная культурная программа. Вечером жителей города ждет спектакль. Это будет лирическая комедия «Однажды вечером». В первой половине дня московские гости посетили многофункциональный комплекс «Зауралье», где стали зрителями спортивного турнира. В нем участвовали дети, которые оказались в трудной жизненной ситуации. По результатам соревнований из рук звезды они получили памятные подарки и билеты на вечерний спектакль. Если бы мне что-то, к примеру, не нравилось, и душой бы мне было здесь некомфортно, я бы, наверное, не приезжала. Мне очень понравился город Сибай. У нас чудесные здесь люди, нам в Москве этого очень не хватает. Поэтому сюда приезжаешь, вам отдать энергии и у вас чуть-чуть взять. Компания «Аструм» и движение «Вперед Сибай», которое возглавляет депутат городского совета Денис Назаров, проводят такие акции постоянно. По их приглашению в город постоянно приезжают звездные гости российского масштаба, среди которых Эльбрус Нигматуллин и Анастасия Волочкова.